Провести долгие четырехдневные выходные с пользой решили представительницы трудовых коллективов Заречного и в преддверии Международного женского дня приняли участие в фестивале женского спорта. Соревнования длились 2 дня. Представительницы прекрасного пола состязались в меткости, скорости, ловкости и силе. Команды из организации нашего города. Ну, перечислять, конечно, сейчас трудно всех. Ну, например, вчера было первое испытание – это полевая стрельба. Там участвовало 9 команд. Фестиваль женского спорта собрал вместе учителей, медиков, сотрудниц Зареченского технологического института и градообразующего предприятия. Производственное объединение «Старт» выставило сразу несколько команд. На заводе у нас уже много лет проходит такой фестиваль, то есть мы всегда участвуем, нам очень нравится. Это вообще этот праздник, этот фестиваль, это как начало весны для женщин, которые работают на заводе. В первый день фестиваля прошли соревнования по пулевой стрельбе, во второй – первенство по дартсу и комбинированные эстафеты. Не со всеми заданиями получалось справиться с первого раза. Перед стартом участницы распределяли обязанности, продумывали порядок выступления. Друг друга поддерживаем, определяемся, куда убежать. У нас есть запасные, основные, меняемся в зависимости от эстафеты. Есть бегуны, есть кто координирован больше, кто более смекалистый. Все это учитываем. Участницы соревнований не только разрабатывали планы и шли на тактические хитрости. Милые дамы не забыли и о том, что фестиваль женского спорта – это в первую очередь возможность получить заряд эмоций и отличного настроения. Я думаю, что будет много, много позитива, много движения, много веселья, криков, слез, счастья и слез горести за то, что кто-то выиграет или проиграет. Ну, в общем, я просто думаю, что ждет нас хорошее настроение. Призовые места присуждали в каждой спортивной дисциплине. В пулевой стрельбе лучший результат показала команда «Старт-1», в дарте – сотрудницы ЗТИ, а в комбинированных эстафетах равных не было представительницам департамента образования. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».